Добрый день, дорогие друзья! Я вас рада снова приветствовать на канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest, и с вами я, Эльвина. И сегодня мы с вами находимся в Аликанте, в районе главного госпиталя города нашего. Чтобы показать вам интересный объект, обязательно обратите на него внимание. Сразу озвучу стоимость объекта, она у нас 59 900. На самом деле очень интересное предложение. Имеет у нас наша недвижимость 3 спальни, отдельную кухню, отдельный зал, также балкон. Находится на 6-м этаже с лифтом, поэтому, конечно, такие варианты в этом районе, чтобы еще дом был с лифтом, это по стоимости очень хорошее предложение. Поэтому такие варианты долго не застаиваются. Кто хочет, у нас именно планирует в ближайшем будущем покупку недвижимости, обратите на него внимание. Окна нашей сегодняшней квартиры выходят прямо на вот этот сквер, поэтому вид у вас будет очень красивый. И, конечно же, как уже упоминала, главный госпиталь рядом, есть несколько автобусных остановок, трамвайная остановка. Также Lidl у нас, супермаркет крупный, всего в 100 метрах от нашего объекта. И помимо этого, школы, садики, бары, рестораны и другие супермаркеты, все у нас в пешей доступности. Ну а сейчас давайте уже пойдем смотреть наш объект. А перед этим, если вы все еще не подписались, обязательно это сделайте. Это нас очень мотивирует снимать для вас больше видео. Ну что, друзья, мы с вами заходим в наш подъезд. Сразу отмечу, что подъезд очень чистый, аккуратный. И мы можем с вами подняться на лестницу, но мы, наверное, поднимемся на лифте, потому что 6-й этаж. А, ой. Ну что, друзья, мы поднялись с вами 6-й этаж с лифтом. Сразу хочу отметить, что вообще подъезд и вот лестничная площадка очень интересно сделана, в открытом таком стиле, проветривается, и вот приятно, что растения есть. Ну а сейчас давайте пройдем в наш сегодняшний объект. Сразу при входе хочу отметить, что у нас с вами встречает ванная комната. Она у нас имеет всю необходимую сантехнику, душевая кабина. Единственное, конечно, нет шторки, но это можно будет, например, заменить на какие-то даже стеклопакеты, как кристаллы, да, дверцы. Ну а сейчас давайте пройдем с вами в нашу первую спальню. Она у нас небольшая, может служить, например, как односпальная именно комната. Окна, что мне нравится, выходит у нас на площадь, зелень, деревья, очень красиво. Ну а сам стеклопакет, конечно же, он у нас старый испанский, лучше заменить. И вообще в квартире, хочу сразу отметить, состояние жилое у нас, можно заехать жить. Но при желании, конечно, лучше бы где-то что-то подкрасить, стены, например, освежить, ну и заменить, например, мебель под ваш именно вкус. Давайте сейчас пройдем на кухню. Кухонная гарнитура у нас в приличном состоянии, но я бы поменяла на более современный, конечно же, при вашем желании. И плитка тоже хорошая, единственное, вот такого в испанском стиле, немножко в таком старом, да, поэтому тоже можно будет поменять на что-то современное. Окна у нас выходят во внутреннее патио, можно сказать, где у нас как раз есть кусочек коридора, откуда мы заходили, ну и напротив окно, это у нас соседское. Сами окна, насколько я вижу, именно на кухне у нас в приличном состоянии, тоже испанский стеклопакет, поэтому можно оставить так, как есть. Ну и вообще хотела отметить, что здесь, в этой квартире, можно, конечно, разыграться в фантазии и сделать ее более такой современной, открытой. Например, эта кухня, вот эти все стенки, что вы видите, они у нас не несущие, поэтому можно, например, вот эту стенку убрать,
чуть-чуть вот эту. У нас напротив кухни с вами комната находится, поэтому можно, конечно, сделать вообще такое большое пространство открытое, сделать современную кухню. Здесь, например, сделать как в следующей комнате, которую мы сейчас пойдем смотреть, сделать как столовую. Поэтому можете здесь, конечно же, под свой вкус сделать из квартиры прям конфетку. Поэтому давайте пойдем сейчас в комнату. Это у нас вторая спальная комната. Можно оставить как спальню, можно, как я уже упоминала, да, сделать совмещенную с кухней. И при этом, кстати, несмотря на это, у нас количество комнат может также остаться, если с гостиной мы потом сделаем комнату. Здесь, конечно же, не помешало бы освежить стены, покрасить. Что мне еще нравится, что необычно у нас для испанской квартиры именно здесь высокие потолки. Где-то 2,80 они у нас. И тоже, конечно, создают такое большее пространство. Да? А сама комната, как уже говорила, не помешала бы обновить, освежить стены. Ну и мебель у нас хозяин полностью оставляет, захотите оставить эту, а при желании можно поменять на более современную. А сейчас давайте с вами пройдем в нашу гостиную. В гостиной сразу хочу отметить, обратить ваше внимание, что имеется кондиционер, большой плюс. Ну и по поводу мебели, конечно, стенку какую-то можно оставить, например, стол тоже у нас на 4 персоны довольно в хорошем состоянии, диваны при желании, конечно же, можно заменить, так же, как и окна. Окна у нас в жилом состоянии заехать можно, никаких проблем не будет. Единственное, конечно, если квартиру именно берете для себя, то можно сделать современное пластиковое поставить. Что мне тут нравится в этой комнате, она у нас гостиная, можете ее в будущем сделать как главную спальню даже, есть выход на балкон. Давайте туда пройдем и его посмотрим. Что мне здесь нравится, конечно, виды с балкона. У нас прям под домом есть свой сквер, который у нас длится пару километров аж до Гран-Вие. И, конечно же, у нас сегодня, к сожалению, погода пасмурная, не видно моря. А так обычно между двумя горами у нас, вот можете обратить внимание, именно там в хорошую погоду будет видно море. Еще что мне нравится, есть Санта-Барбара, видно Санта-Барбара. Ну и вообще плюс именно вот этой квартиры, что тут никогда перед вами ничего не застроят. Поэтому виды так и останутся такими, какие они есть. Ну а сейчас давайте пройдем и посмотрим нашу последнюю спальню. Эта комната у нас может претендовать на звание главной спальни. Имеется мебель в испанском стиле и большой шкаф встроенный. При желании можно его оставить, при желании можно поменять на более современный. Окна у нас с вами выходят на внутреннее патио. Ну а сейчас я вам предлагаю, мы квартиру посмотрели, предлагаю спуститься вниз и там уже подвести итоги и расскажу вам все в деталях. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня с вами посмотрели. Хочу еще раз вам напомнить, что стоимость его 59 900. Он у нас находится вот в доме напротив. Вы можете сзади меня наблюдать. Обратите внимание, есть автобусная остановка в двух шагах. Также в 100 метрах у нас есть трамвайная остановка. Еще раз напомню, что все у нас колледжи, главный госпиталь, супермаркеты, все это в пешей доступности. Поэтому, конечно, если вы еще и рассматриваете эту недвижимость как вложение, вы можете в таком состоянии, в каком она есть, сдавать за 500-550 евро в месяц. Мы для вас ее и сдадим, например. Ну, а если для себя, тоже отличный вариант. Можно его апгрейдить, переделать, сделать более современным. И район очень хороший, имеет всю необходимую инфраструктуру. Поэтому мы надеемся, что вам сегодняшний обзор понравился. Обязательно не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик. И, конечно же, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, нам это всегда приятно. И мы надеемся, что увидимся с вами совсем скоро. Всем хорошего дня!